Всем привет, друзья! И сегодня мы идем, в лес, да, друзья. Мне, короче, мэр сказать, точнее, какой сказать? Мэр сказал то, что надо, типа, дрова нарубить. Ну, деревья там порубасить чуть-чуть и в деревню вернуться. Так, друзья, ну что ж, пошлите сейчас, давайте вот так выберемся. Все, я, друзья, как раз иду вот просто ночью сейчас, значит, пойду я рубить эти деревья. Да, друзья, ну мэр дал мне сложную задачку. Ну, тем быстрее, короче, друзья, я нарублю дерево, тем быстрее я это как вернусь до своей деревни. Ну а пока что мы сейчас, друзья, пойдем вон туда куда-то. Там я тоже видел лес, значит, туда, друзья, можно отправиться. О, кстати, друзья, смотрите. Луна какая-то половинная, что ли. Полуны, что ли, как говорится. Так, ну ладно, сейчас давайте, значит, отойдем от деревни. Вот подальше, вот, ну, придется нам очень далеко, значит. Я, конечно, вот только что недавно увидел вот дерево, но оно какое-то маленькое, оно нам точно не понадобится. О, смотрите, друзья, это дерево как раз. Стоп. Не, или кажется, стоп, это что? Это что такое вообще? Что-то ее, что ли... Это чё? Да у меня, друзья, даже слов нету. Не кажется ли это... Так. Это дом, друзья? Так, ладно, давайте вот так заберемся, подойдем. Может, там кто-то живет все-таки. Так. Сейчас, значит, узнаем, что здесь. Чего? Офигеть. Здесь, друзья, даже... дома нету. Здесь он заброшенный, друзья. Офигеть, там тоже крыша, что-то, смотрите, друзья, поломанная. Да, друзья, не в первый раз этот дом, конечно, встречал. Тем более такой, офигеть. Да, ну здесь так-то и не комфортно, и не уютно. Это просто кошмарный дом. Так, давайте, что ли, откроем. Так, что-то заклинило. Так. Все, друзья, офигеть. Что здесь вообще творилось-то? Здесь вон кости валяются, печка, кровать, сундук. И паутин здесь дофигища, просто офигеть. Там потолок, смотрите. Да, друзья, да здесь наоборот опасно даже ходить. Здесь какие-то все странные кости. Так, верстак, значит. Черт, друзья. Ну, у меня только лишь один план, это просто уйти. Чего? Вы, друзья, это как? Дверь же была открыта или я закрывал? Как-то странно. Ну ладно. Так, кстати, друзья, хотел посмотреть, что в сундуке значит у нас. Так, все, давайте вот так посмотрим. Чего? Ничего, друзья, нету. Да, друзья, ну здесь, наверное, жильцы и уехали быстренько, чтобы там все взяли, наверное, самое важное и свалили. Вон одна печка, но я не понимаю, почему здесь, ну типа вот верстак, сундук, печку, там кровать оставили. Как бы если перезять, то надо все забирать, а они здесь, ну, типа, все, ну вот. Они так бежали, как будто здесь в спешке все разрушили и убежали. Странно, как бы. Вау, черт, друзья, офигеть! Фух, черт, это что за нечто было? Я чуть не подавился со своими слюнями-то. Черт, это что такое было? Черт, друзья. Да ну нафиг, надо валить сюда. Так, черт, чего? А почему дверь-то не открывается? Так, сейчас, вот так, сун, так. Так, друзья, черт. Я вот подпытал, смотрите, друзья, сейчас, вот видите, я топором рублю. Черт, не прорубается, это что за магическая дверь-то? Да открывай уже. Ну, я ничего не понимаю, ну почему дверь тупая-то не откроется, ладно. Кстати, там, друзья, было окно открыто, было окно открыто, черт. Чего? Воу, офигеть. Это что еще за нечто такое? Откуда головы-то появились? Здесь были стекла. Чего? Чего, друзья? Это как понять-то? Решетки откуда появились-то? Черт, друзья, это вообще дом какой-то с привидениями. Есть, черт, фу, как противно. Я еще встал на эту фигню, на этот череп глупый. Так, кстати, здесь стекло, видите, надо разбить. Так, разбивайся уже. Черт, друзья, реально сложно разбить топором стекло есть.
Фух, еще остался один рывок, и все, друзья. Я свободен. Этот дом меня, надеюсь, не убьет в течение нескольких минут. А, черт, друзья, да ну нафиг все. Все, 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 так, так, давай, уходим, уходим, друзья. Есть. Есть, друзья, все. Фух, есть, наконец-то. Фу, все, иди нафиг, дом этот проклятый. Все, я больше к тетусь не вернусь. Что за ад, из-за ад, если честно, это просто кошмарно. Ну, я теперь, друзья, даже в лес больше не буду ходить. Ни за какими там... чего? Это что еще за... Ад такой. Смотрите, друзья, там все окна, решетки, черт. Даже дверь исчезла, офигеть. Да ну нафиг, все, друзья, реально больше не пойду ни за какой, ни за древесиной, ни за березой, ни за любым деревом. Да ну нафиг. Это что за здание такое? Черт, офигеть. Надо реально у мэра потом еще спросить. Ну, я как вижу, там, наверное, реально тысячелетия, что ли, это здание стояло. Или даже больше, офигеть. Черт, ну, вообще, ну, надо предупреждать-то меня, если вот иду вот такие опасные места, вот как вот туда. Пошел, значит, порубить там вот дерево, а там, оказывается, этот дом адский стоит и начинает меня убивать. Это что за ад такой? Черт, ну в следующий раз, куда я, друзья, пойду, я сразу буду мэра предупреждать, что там есть, там, например, какие-нибудь нечто, а то тот раз опять черт, друзья, я заплетаюсь просто. Опять туда заплутаю и все, и меня, наверное, с потрохами сожрет там нечто. Всем пока, друзья, не забывайте подписываться на меня, ну и также ставить свои лайки. Ну а сегодня мы вот сходили в этот, значит, адский дом. Да, какой-то кирпичный домик попался. И меня чуть не убили, если честно, это вообще ад реально был. Ладно, всем удачи и всем пока.